землей хранятся тайны всех эпох и всех веков. Но, конечно, кто-то смелый их раскрыть всегда готов. Чей этот меч, а чей этот клык? Кто ответить сможет мне? Не зоолог, не биолог, а, конечно, кто? Археолог! Кисточки еще называйте. Присаживаемся очень тихонько, сюда поближе к острову. Подождите, расходимся, копаем аккуратненько. Возьми, пока там. Да, тихонько не вытаскивай. Раскапываем. Только кисточкой, вот так вот. Это камень какой-то, да? Давайте копаем. Тихо. Ладно, что динозавр не скачет. И так, ребята. Тихонько. Ну-ка, копаем, еще копаем. Хорошо. Так, очень аккуратно, вот так вот. Перенесем. Вот так. Так, ребята, молодцы! Какой-то город свой, это ж песка. Кто знает, что такое лаборатория? Там, где все исследуют. Где все исследуют, и думаешь, что надо. Молодцы. А скажите, вы посещали лабораторию когда-нибудь? Да, я думаю, что вы водились в виду. Может быть, кость какого-нибудь пожила. Узуар. Я слышала такое. Это находки, наверное. Да? Может да? быть, вы неаккуратно раскапывали, раскололась частичка? Что это за яйцо мы с вами нашли? Так, может, у нас там динозавр такой уже бегает? Может, это яйцо? Цыпленка? Крокодил? Это крокодил, наверное, был. Давайте с вами посмотрим, кто же это такой. Слепем. Ух ты! Цыпленок! Да нет! Это не цыпленок! Мама Эдварда – археолог, и папа Эдварда – археолог. Упал и приземлился на мягкую спинку своей птицы.
особенный. Называется? Дроби. Мы сегодня себе друга и узнали, да? Мы нашли ракушки. Почему там ракушки были? Скажите мне, почему? Потому что их море. Море рядом, океан. На этом месте было море раньше. Да. Но мы ни одной косточки не нашли. Кто-то плохо из археологов поработал. Кисточками, да, кисточками. Тихо, послушай, не звенит. Давайте-ка посмотрим, что же здесь. Может, там просто песок? Что-то шум такой был. Слышь, песок не завязан. Ну, а в песке, наверное. Мед. Раз, два, три. А может, оттуда два джин выкинут? Нет, никто не. Скажем, по желанию. Что там? Аккуратик. Очень-очень старинная бумага. Мы извлекаем. Да, надо было Татьяна Николаевна делать перчатки. Да. Бумага не раскрылась. Бумага старая, да. Очень аккуратненько. На ней что-то написано. Да. И что же здесь написано? Всем привет. Трёмся носами и щеками, странно, а ваши курносые носики и румяные щёчки. Вот, видите, как они танцуют? Давайте, папа, не бойся!